Подмосковные молодогвардейцы выиграли 2 гранта на общую сумму более 1 000 000 рублей, представив свои проекты на федеральном образовательном форуме «Территория смыслов», который недавно завершил свою работу. В этом году форум впервые проводился в Московской области. Диана Алумянц победила с экологическим проектом по запуску цикла экскурсий на комплексы по переработке отходов и эко-квестом «Стратег». А Дмитрий Аверьянов получил финансирование на реализацию экстремального исторического забега. Принять участие в 8-м всероссийском онлайн-чемпионате по игре «Изучи интернет, управляй им» приглашают учащихся жителей Московской области старше 18 лет. Регистрация, которая продлится до 6 ноября, уже стартовала. Соревнования начнутся 7 ноября и пройдут в режиме онлайн на портале чемпионата. Итоги будут подведены 5 декабря 2019 года. Победители и участники, вошедшие в первую десятку, получат призы и поощрительные подарки. В следующем году в Подмосковье число педагогов и воспитателей, участвующих в программе «Социальная ипотека», увеличится до 110 человек. В рамках социальной ипотеки квартира приобретается за счет средств областного бюджета, 50% выдается в виде жилищной субсидии. Остальные 50% предоставляются в течение последующих 10 лет в качестве ежемесячной компенсации на оплату кредита. Участник программы погашает только проценты по кредиту.